Иосиф Пригожин заявил об угрозах убийством. Иосиф Пригожин сказал, что ему угрожали из-за ситуации с пропавшей квартирой. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что ему угрожают расправой представители фирмы, которая отсудила квартиру у его бывшей жены. По словам Пригожина, квартиру пока не забрали, но если до этого дойдет, он приложит все усилия, чтобы вернуть недвижимость. Да, вот эти люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Сказали, что если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы. Вы бы слышали, как со мной разговаривали эти люди. Они бесстрашные, они не боятся законов. «Они не боятся власти», – сказал продюсер в интервью изданию Woman Hit. По словам Пригожина, он не оправдывает действий бывшей супруги, которая закладывала жилье под 40% годовых. Однако уверен, что контора, отсудившая квартиру, занимается только бандитизмом и рейдерством. А ее коррупционными связями должны заинтересоваться соответствующие органы. Продюсер заявил, что не намерен сидеть сложа руки. Решит вопрос с квартирой. Даже если ее заберут, пусть не надеется. Придет время, я верну все это назад, а они будут сидеть в тюрьме, подытожил Пригожин.